Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и у нас есть сдвиг ледников, битва за разблокировку Мегатерия, гигантский ленивец, да, самый крупный, у нас еще есть Мегатерий, давайте, кстати, пойдем на него поглядим, и Эрематерий, у нас два ленивца, да, это же Арктодус, именно его съедал вот этот Арктодус, короткомордый медведь, встал на задние лапы и перекусил ключицу, ну, так было в документальном фильме BBC, так... Вот, собственно говоря, наш младший брат. Это у нас Эрематерий. Это я его до сих пор не прокачал. Это, походу, да. У меня до сих пор нет 40-го Эрематерия. Прошло уже, наверное, год, как он появился. Ладно. Но у нас зато есть Мегатерия в кучу. Кстати, давайте вот сделаем мы. Сейчас посмотрим, как он там кушает. Он вообще в таком виде вообще, ну да, реально на ленивца похож. Вот голова очень похожа на ленивца. Он как будто бы не листья, а деревья только что. Дерево только что грыз, такой звук был. Так. В общем-то, хороший парнишка среди легендарных. Он у нас редкий представитель пещерных, да, потому что у нас Титанобоа и Гиенодон, это у нас уже там эксклюзивные животные. Так что для обычных легендарных вот он, короче, must have, должен быть. Ну что, давайте будем пробовать. Точнее, не пробовать, а давайте будем побеждать. Так, Лептоклейд, он подменится на Мауизавра. Его встретить Умунозавр. И Платозавр. Нет, давайте вот так. Вот такое будет у нас начало. Бить нужно над Лептоклейда, чтобы пробить, нужно чисто 3 раза побить. Так, Лептоклейда, чтобы побить, нужно 3жды убить. Ну, как, короче, какая-то такая рифма. 3 удара, короче, нужно нанести в... Ничего себе, какой крепкий парень. Так, ну мы за 2 сейчас его положим. Блин, я сам подменился, что-то я думал, что у меня балл останется. Так, балла не осталось. И Бакулитище сейчас нас пробивает. Пробивает на 2. А я его за 2 не пробью. Блин, вот неприкольно, как бы, ставить столько баллов-то в защиту. Он сменился, у него 2-ка. Фух, ну вот я это... рассчитывал на то, что он нас не проатакует. Так, 1, 2, 3, 4... А, вообще ничего в защиту не поставил. Хух. Это какой-то бой у нас на везении. Можно было уже слиться. Ну, раз мы не слились тогда, то значит надо побеждать. 6, атака на 2. Да, у него 4 балла осталось, ребята. Представьте, у него осталось 4 балла. Мне нужно вот так вот делать. А он взял, гаденыш, этих... 3 балла в защиту и перенес. Ну давай на 5. Умничка, дочка. Ну, не на 5, на 4, но отлично. Этого более чем достаточно. Ну, в общем-то, череда везений, умноженных на наш опыт, позволила нам победить. Ну, очень красивый аммонит. Бакулит. Ну, точнее, членистоногий. Головоногий. Во, головоногий. Так, ну это был всего лишь первый бой, ребятки. Так, а, ну здесь все легко. Здесь все изи. Там у нас Кавайкеа. Да, по-моему, так.
Так, опять же, с кем будем воевать на сей раз? У нас платозавр танк, он танкует. Ну, не особо сильно он танкует против мауизавра, конечно же. Ну, двушечку мы выдержим. Так, а кто у нас тут крепче? Генодус крепче. А, давай. Хоть крутись, хоть не крутись. Археон тебя накажет. Так, 5. 5 баллов. Атакует на 3. Ну, естественно, пробивает. 2 балла у него осталось. А мне нужно тратиться. Ну, давайте пробуем. Пробиваем. Так, а Кавайкия балла 3 должна на нас, наверное, потратить. За 2 вряд ли пробьет. Да, даже все 4. Кайвекия, господи боже мой. Кайвекия. Ах ты, гадина, пробила таки нас. Так, ну и мы то же самое сделаем. Нам это еще проще. А почему я думал, что у нее только 1 балл? 7-4. Блин! Я бы реально поставил хотя бы 1 балл в защиту, она бы нас не пробила. Вот это что-то я заснул. Ладно, интересней будет. Получилось так досадно, да? Платозавр. Ромалеозавр. И унызавр. Ладно, давайте будем как-то повнимательней. Давайте откусим кусок аммонита. Так, терять нам хайнозавра нельзя. Так, нужно делать вот так. Ну, надо было в другом порядке их ставить. Нужно было унайзавра ставить на место ромалеозавра. Ну, изначально, когда я выбирал их, не сейчас. Сейчас-то я уже сделал так, как надо. Так, ну и Монич будет разбираться с Кайвекией. Ну, это будет вообще изи-катка сейчас уже. Сейчас проблем никаких нет. То, что-то, как говорится, бес попутал. Что-то я там намудрил. Так, ну, надеюсь, сейчас из рукава она не достанет еще раз 3 балла. Неучтенных мною. Ух. Так, последний бой. Очень прикольно, очень прикольно. Так, последний бой. Тогда пойдет кто? Можно по-разному это все дело обыграть. Можно было первого взять рифового, потом взять пещерного. Вот, чтобы он ни на кого не подменялся. А здесь вообще можно шарашить по полной. Как бы, в принципе, гигантский артакон мне больше не нужен. То есть кронозавра пробьет кто угодно. Ой, как мало. Ой, как мало бьет. Но мы помним эту фишку, да. Много жизни, слабый удар.
Онха Пристиса. Ну, специально для него у меня есть Генодус. И взял и не пробил. Так, ну у него 2 балла еще есть. Раз такие дела. Раз, два, три, раз, два. 100-процентная смерть рыбешечки. Так, ну он сделал хитро. У нас Протостига. Атакует на 5. Ну, все здесь, как видите, уже изи-катка. Короче, у нас остались 2 существа с преимуществом. Ну, что бы наверняка было. Лишний балл один. Фору даем. Кронозавр. Ну, кронозавр вообще там еле дышит. На него просто подуй, и он умрет. Так, ну вот этот балл. Атака на 4. И наша победа. Ну, в общем-то, все получилось, как обычно. Все отлично, ребятки. Мегатерий. Мега-ленивец. Косаргенов и Мегатерий. Ну, у меня же их и так много насобиралось. Можно продавать. А что-то нам шильдик дали? Хотя бы 13-й. 17 дней осталось. Еще нам нужно... 15 битв. Не так уж мало, ребятки. Не так уж мало. Вот такие дела. Ух ты, сколько турниров нас ждет впереди. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч, ребята. Всем пока.